Добрый день, веселая минутка. С вами Дмитрий Гусев, сайт помидом.ру. Мы выращиваем свои семена и продаем их. Сегодня об очень важном деле. У меня есть обратная связь, и звонят, пишут на e-mail в основном вопросы, в соцсетях вопросы задают. Что, посадили на рассаду, все, ничего не всходит, все сгнило, даже если взошло. Начинаешь спрашивать, как человек что-то там выращивал и делал. Оказывается, насмотрелся блогеров. Каждый день люди смотрят блогеров, потому что, да, ну и хочется же знания какие-то приобрести. Вот, да, киска? И поливают. Значит, сегодня полили биопрепаратом, завтра какой-то настойкой полили. На третий день пивом полили, на четвертый хлеб развели, хлебом полили, на пятый марганцовкой полили, извините. Вот. Ну, то есть, все это, конечно, полезно, когда это, например, раз в неделю чем-то поливают, а не каждый же день. В общем, в основном у всех, кто ко мне обращался, замокает рассада, загнивает, кислорода дышать ей нету, вся она залита в грязи стоит. Ой, так что, если вы чем-то задумали, поливать не надо, делать каждый день. Полили каким-то препаратом или чем-то еще, дайте, это не, если это препарат благотворно действует, если он защищает от грибка, если он защищает от насекомых, от вредителей, от заболеваний, от бактерий вредных, ну вот, от всего как бы защищает, это не значит, что вот это панацея. Если вы залили его вообще, вот у нас сырой, в сыром горшке стоит, вот это, помимо всяких болезней, в первую очередь загубит вашу рассаду. Рассада должна быть в меру увлажненной, не надо ее переувлажнять. Вдруг, если вы переувлажнили, что делать? Что делать? В первую очередь берете вилочку, берете какую-нибудь зубочистку, берете веточку, какую-то палочку, гвоздик, рыхлить, сразу же рыхлить. Вверх подрыхлили. Вообще рыхление после каждого полива нужно делать. Вот полили вы, чем простой водой полили, снеговой водой полили, с биопрепаратами полили водой, с аптечными препаратами полили водой сразу же. Только вода впиталась у вас, берете вилочку, ножичек, палочку, сразу поверхность подрыхлить. И это даже если вы раз в неделю поливаете, это обязательное условие, чтобы у вас не болела потом рассада. Чудодейственных вещей не бывает. Если вы залили все, дышать корням нечему, то у вас все загнется. И не взойдет. Оно вот семечко с ростком вы положили, вот чуть-чуть прямо его прикопали почвой, да, и все равно оно там задыхается, корешок сгниет, какими бы вы препаратами чудодейственными от гнилей не поливали. Оно не от гнили, понимаете, оно от переувлажнения у вас погибнет. Вот такое вот мне пришло видео, тему такую поднять, потому что действительно это страшная вещь. Каждый день блогеры советуют чем-то поливать, люди каждый день этим поливают, у них все гниет и никакой рассады не получается. А на сим подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите к нам на сайт, покупайте наши семена из вот такой февральской теплицы. С вами Дмитрий Гусев, до свидания.